Привет! Привет всем! Ребятки, спасибо большое, кто был сегодня в Олимпийской. Нам очень понравилось. Прям эмоции, энергетика. Я прям сначала заволновалась. Вот, но я думаю, все было хорошо. Мои дорогие, у нас шикарное платье, спасибо. Ой, Настя тоже в перископе, я не знала. Так что я надеюсь, что кто смотрел, вот, кто был с нами, понравилось, это сегодняшний день прям. Большой праздник для нас, потому что нам всегда очень приятно с вами находиться в одном месте, петь вам, петь для вас. И с праздником, всем любви, любите и будьте любимыми. Потому что самое важное для нас, конечно, все ищут любовь в жизни. Приветик, приветик. Но все, я немножко позже тогда вернусь. Я иду в душ. Мы только сейчас вернулись. У нас было еще потом выступление в Лотте Плазе. Да, очень было прикольно тоже. Прям зритель. Очень-очень было приятно нам. Так что... Недавно я вернулась в гостиницу, а утром, рано утром мы летаем обратно в Киев. Ты меня видишь? Романова, да, я вижу. Горжусь. Боже, очень приятно. Платье красное у Эндент. Это Реа и Эндент тоже красный одел. Это, я вам клянусь, это было случайно. Но красный цвет – это же цвет любви. Так что... Ну и красный цвет – это очень красивый цвет, я обожаю. И это платье – это просто бомба. Спасибо дизайнеру, кто нам подарил. Она шикарная девочка, в Инстаграме мы отмечали. Вот ее. Оттуда у нас очень-очень много подарок всегда, тоже очень классные платья, вот наряды. Платье правда бомба, спасибо. Сильно устала? Вы знаете, я еще готова дальше работать, я хочу. Я думаю о том, что я прилетаю в Киев, и я потом куда-то улетаю. Вот. Потому что у нас будет пару дней свободно. Вот, и я не знаю, я еще думаю, я пару минуточек еще буду с вами, окей? Я потом, надо позвонить папу. Как знакомство с Рудовой? Боже, она такая классная девочка, такая красивая, позитивная, энергетика у нее очень-очень позитивная, очень теплая. Я очень рада, что я познакомилась с ней. Сколько сердечек. Жду в Сочи. Вы знаете, какие языки знаешь? Английский, русский, венгерский. Как эмоции после выступления? Вы знаете, что прям никакого усталость. Хочется работать, хочется еще выступать, петь, танцевать, с вами увидеться, встречать. Было тебе страшно, вы знаете, первые пару секунд, вот это прям, я была в шоке. Я честно, я была в шоке, потому что столько людей, ой. Но я вас обожаю. У нас крутилась вот сцена, мы начинали LML петь, вот, и это очень было круто, так было круто. С праздником! Милаха!
тебя Никита по-дружески поцеловал. Он меня поцеловал вот лицо. Никита маленький, вот у нас разница большая, так что не переживайте, девчонки, я не украду Никиту. Я оставлю вам. Я обожаю его как свою другу. Я просто очень искренний, эмоциональный человек. У меня, если есть друзей, вот, близкие друзей, я люблю их обнимать, целовать, вот. Конечно, вот, не переживайте. Так что Никита и Тёма ваша. Хорошо? Сколько тебе лет? Смешное видео. Сколько мне лет? 28 буду летом. Вот, уже не маленькая. А Цой меня не поцеловал на видео. Ася, привет. Опа-на! Нормально, да? Пока еще не очень уставшая, да? Так мне хорошо. Одесса ждет. Я очень люблю Одессу, очень. И мы тоже ждем. Летом будем там. Как будет хорошо. Лера, привет. Не слушаешь Егор Крида? Честно говоря, нет. Я немножко... Я от Black Star слушаю очень многих. Я люблю Мота, Тимати. Вот. Кто еще там? Но Крид это не моя музыка. Я очень люблю Макс Барских. Очень. Лучше Мбен слушать, конечно. Я тоже так думаю. Ты слушала новые песни Макса Барских? Конечно, я сделала репост в Инстаграме. Я обожаю. Давай займемся любовью. Я его обожаю. Реснички. Но это мейкап. Это легкий мейкап и реснички. Так что скоро снимем. Я уже. Эмбен ди Виагра лучше. Спасибо! Супер, выступили. Спасибо большое. Екатеринбург, привет! Какая красивая. Когда Сочи? Мы будем сообщить. Я решала, что если у нас будут хоть какие-то точные выступления, концерты, открытия концерты где-то, я всегда буду вам сообщить. Хорошо? Вот. Тю! Эричка здесь! Ходишь в спа-салон? Да, я хожу часто в Киеве. Очень люблю спа. Подождите, я пишу сообщение, окей?
Вот я здесь. Зачем два телефона? У меня один украинский номер, там карточка стоит, а одну русский. Вот. За это у меня два телефона. Так удобно. В детстве я занималась вокалом, да. Я начинала петь, когда я была 11. До 17 я пела всегда, но в церковном горе, но не поп-музыка пела, но пела, да. Ты делала ламинирование? Да, я попробовала летом, ходила только с ламинированием. Я не наращивала ресницы вообще. Удобно, красиво, но так и все-таки так и так надо красить реснички, и неудобно, честно, вот я за этого нарастила, так всегда удобно. Как настроение? Супер! Что делаешь? С вами разговариваю. Звонили как тебе когда-нибудь фанаты? Да, нашли номер, из-за этого я уже несколько раз поменяла свой номер телефона. Привет, Казахстан, Минск, привет, Екатеринбург, привет. Когда спать? Думаю, где-то через час. Меня еще ждет душ. Надо еще папу позвонить. И потом спать. Йоу-йоу. Я не устала, все супер. Давай займемся вовсе. Я включаю музыку, хорошо? Мне так нравится эта песня, боже. Я просто в восторге от Макса. Ой, какой он красивый. Давай-ка я научу тебя за... Реклама. Через 40 минут уложимся. Класс. Эмбэнд видела? Конечно, мы в одном гримерке были. Просто они выступили после нас. Они приехали, когда мы были на сцене. А потом мы быстренько переодевались, потому что у нас потом было выступление. Какая песня, да, ребятки? С Максом знакома, конечно. Очень классная песня. Саранска, привет. Вот это. Кайфу нари, да, я кайфую сейчас. Казань, привет. Когда в душ? Хотите со мной в душ? Ребята. Я еще не сходила, я сейчас буду сходить. Белоруссия, привет. Юра, привет. Как день рождения Тёмы? Класс! Я там не была долго, кстати. И где-то часик. Мы просто выступали в Айкон вчера. И Тёма там был с друзьями. Вот. И, конечно, поздравила.
и его с девчонками, так что потом мы уехали быстренько, потому что сегодня мы же работали. Я в гостинице в Москве. А сейчас будет моя любимая. Давай займемся любовью. О боже. Алмата, привет. Давай займемся любовью. Тебя сюда. Сегодня было бы лучше, да. Ой, какая песня. Такой красивый здесь Макс. Макси, ты молодец. Мы тебя сильно-сильно любим. Ты очень. И представляете, он пишет сам себе вот эти песни. Какой он крутой, да? Футболка классная. Да, вот реально, вот работяга. Вот футболка у меня. Я люблю просто удобные вещи очень сильно. Конечно, куда надо одеться, вот, каблук, все лакшери. Тогда я стараюсь одеться, но я на самом деле люблю удобно футболки, такие длинные, вот лосины. Видите, такие ботинки без каблука. Все, так что я в Москве, Беларусь тут. У тебя новый аккаунт в Перископе? Да, ребята, вот как меня жалко, что я потеряла свой старый аккаунт, где 10 тысяч человек сидит, вот, ждет меня уже сколько месяцев, и я не могу открыть, у меня проблема там, мне там кто-то, не знаю, украли мой перископ, я не могу открыть, пароль не сработает, так что зачем тебе два телефона, я еще повторяю, я же нахожусь в Киеве, я в Киеве живу, и очень много работы у нас в России, и у меня один телефон русский, там карточка, а второй телефон украинский номер стоит. Покажи. О, Эрика, зайди за юбкой, Настенька. Хорошо, Настя, я сейчас тогда иду, отключаюсь. Все, дорогие, целую, обнимаю всех, окей? Вот, и я иду к Насте сейчас. Наверное, сейчас... Сейчас получишь, люблю тебя, моя девочка маленькая. Ну все, ребятки, я потом еще, наверное, вернусь, окей? Тёмка. Давай займемся любовью.